Результат после лазерной коррекции сохранится ненадолго. Мама, привет! Я тут подумала и решила сделать лазерную коррекцию. Надоело мучиться в очках. Доченька, я слышала, что результат коррекции все равно временный. Лет через 10 зрение опять ухудшится. Результат коррекции сохраняется на долгие годы. Очки для зрения вблизи могут понадобиться только тогда, когда начнет развиваться пресбиопия в возрасте 45-50 лет. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Не сомневайся, а спроси у профессионала.